Вот этот гриб называется масленок. У него сверху такая, как бы, как масляная шапочка. Гриб очень хороший и ценный. Пригоден для любых блюд. И жарить, и варить, и мариновать, и солить. Очень хороший гриб. Сейчас посмотрим. Вот смотрите. Вот у него вот такая вот юбочка есть. И такое покрывало, которое покрывает под шляпкой у него поверхность. Ну вот он такой поеденный. Мы такой гриб, конечно, брать не будем. Вот, ну вот представление имейте. Вот он такой. Растет тоже большими семьями. Любит песчаные пригорки, елки, сосны. Очень хороший гриб. Вот, вот смотрите. Потом подробнее все грибы вам покажу уже в собранном виде.